Заходите быстрее, я всем приглашу, раздавая. Заходите быстрее, таймлев через 25 секунд. Ну шо? А разве такая штука была? Лиза, давай. Ой, ненавижу эту трассу. Господи, а почему? Откуда? Это рандомно. Это рандомно. Это не я выбрала. Я знаю, но я ненавижу эту трассу. Я тоже. Всей душой. Я самолеты в принципе ненавижу. Чё за прикол, у меня рандомный перс. Йоу. А у меня Эггман. Ты подключился, да? А у меня доктор Эггман. Я доктор Эггман. А, ты знаешь, куда? Не успел, значит, просто взять. Тихо, не флуйте. Ладно, ладно, ладно. Тихо, так тихо. Я буду хватать. Так как я врезался в стену? Виджи, ты не успел к нам. СФ, твой респект. Ово. Ово, за Виджита. В смысле две подряд рыбы? Это кто? Это хуй. Это что, да? Да что происходит? Ну, смотри, а как я всех обогнала, при том, что я как бы вообще врезалась там в начале? У меня наркомания какая-то с управлением. Я отвык от этой игры. Я на 6-м месте. Ну, мне норм. Я Алтай обогнал. Я не вижу дороги, серьезно. Я не понимаю, куда ехать. Я Алтай зато обогнал. Я сам не понимаю. Это что это такое, блин? Передо мной. О, на этой трассе примерно 200 лет не было. Привет, да. Том пришел. Чатик. Привет, Динсет. Привет, привет, привет. Лодки! Тут, кстати, вообще нет машин. Держу в курсе, тут вообще нет машин. Да, я знаю. Я сижу, два стрима смотрю. Я за тобой. Я разбиваюсь обо все подряд. Написал, но лучше просто на стриме посижу. А мне показалось, что написал что-то по берегу психику, типа. Да. Динса, как дела? У тебя тут спрашивают. Тебя летят два динамита. Плохо. Берегись. Дела у меня просто. Понятно. Всегда плохо. Так, а дела Динса плохо. Динса, я лечу за тобой, как бы жутко это ни звучало. Хочешь? О, уровень из Knights, это Dreams. Knights, это Dreams. Индонезия. Я ненавижу эту карту тоже. А как ее на эсранге с ботами вот это в компании проходить? Стоп, а где? Вообще никак. Динса, ты как так далеко вырвалась, а? На пятое место аж? Офигеть, да? Ты просто читами? Все, прибежал. Ух ты! Ненавижу этот сегмент. Это кто тут, блин? Аж целых три рыбы поставил, блин. Это все. Я небесных тигров вызвал. Я смогу. Рыба стоит. Уйди, убери рыбу. Смогу. Что там? У кого там телевизор, лол? Это не телевизор, это я стрим смотрю. Два стрима смотрю. Так выключи звук на нем, да, хотя бы на одном. А, начал. Что? Кто в меня попал? Так, кто-то впереди меня там едет, хитрый такой. А кто-то сзади меня. Пятое место это последнее, а? Или предпоследнее? Это предпоследнее. Жека, ты каким едешь? Так что это еще не самое жесткое. Соник Ретро не умирает, ты нам еще понадобишься. Да ладно, я смог сделать предвоздушный трансформ буст. О, боже. Это же нереально. Марлочик! Мариолчик. До свидания. Почему? На пятом месте All Star, почему бы и нет? А я тут разбиваюсь обо все подряд. У меня, кстати, Acceleration, по-моему, выпал. Ну я на 6-м месте. Мне нормально. За мной никто не едет. Ненавижу эти камни! Я так ненавижу эти камни! Я тоже их ненавижу. Камни из Майнкрафта, не трогайте их. Нет! Это они пусть меня не трогают. Да ну нафиг! Мне нужно сохранить 4-е место хотя бы. Дроиды попали, я когда приехал. Они не должны были попасть. А кто там застрял? Я видел, что кто-то к стенке там прибежал. Yeah. Ой, и Виджита has left the lobby. Понимаю. Кто-нибудь понимает тут, что это значит? Он вышел. Ничего, не ну понимаю. Что, ребят, я в конце туннеля. К нам рандом подсоединился, которого кикнуть нельзя.
Ну я вот, как бы 10 секунд я не до. Я всё, не Всё, гонку ехал вторым, приехал. Все как бы. Мне смерть. Бывает. Жека, это ты меня обогнал, скажи честно. Ты негодяй. Негодяй. Я думаю, кто там так хорошо снежками кидает? Снежками? Последнее место я. Снежками? Не понял. Голосуйте за своим телефоном, будем страдать дружно. Ну ладно. Я ненавижу самолеты. Я ненавижу эту карту, но я за нее голосую. Я тоже. Ура, мне снежки дали. Мне вообще ничего не дали. Давай удачу меня попасть. Ничего не дали. Обидно. Я бомж. Витра. У меня защита есть. Мне перчатку дали. Хорошо, что вы все поделились, чего у вас есть. Никакого сюрприза. Джинсы, рыба. Ну шо? Ну ты знаешь. Стрим подглядывал. Я смотрю стрим вообще-то. Я два стрима. Ну что, полетели? Он подглядывает, да. Кикает. О, Жек! Меня кто закидал? Я им постер не пить. Я в кого-то попал. Из гранта. Убери свою машину от меня. Я в кого-то попал. А, спасибо, Игра. В кого? Я в кого-то попал, но я не знаю, в кого я попал. Ты в кого-то попал, но не знаешь, в кого попал. Нет, никуда. Ну что, вообще никуда не попал. А, так, что происходит? В смысле? Дрон мимо меня пролетел. Это так капец, это кто там набордил так? Я тебе пишу за предыдущую гонку, закидал меня снежками, ага. Блин. Это новогоднее это настроение просто. Вообще, гасите виджету, он самый сильный у нас. Да. Ага, он только приводился. Его вообще нету с нами. Нет, 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 а кто нет, он? Нет, пожалуйста. Значит, это Визия. Нет, какой дрон? Ребят, на меня да. Ребят, знаете, я вот смотрю же стрим, да? Вот стрим смотрю без звука. И вот слушаю вас, а знаете, как странно выглядит? Я вылетел. Ты уйди! Ну что вы сделали? Ну все! Ребят, вы понимаете, что вы на меня три дрона навели? Меня уронили вообще в яму. Я на последнем месте теперь из-за этого. Виджеты, я вот я иду тебе мстить. Очень не люблю эти пропасти вот на картах. Где я? Объяснись. Куда? Блин! На. На. Промазал. Тебе какого-то рандома ударило. Да в смысле? О, блин. Да, мне очень плохо. Я же говорил, что со мной все плохо. Я качусь к тебе мстить. О, давай. Зачем? Да нет. Да блин! Совсем что ли? Лови! Лови, чё они лови все аптечку. Так жестоки со мной? Я All-Star бонус подобрал. Все. Лол. Держитесь. Оп, подобрал еще. О, Соник подобрал. В смысле? О, 10-е место вообще. Нет, Dark Sonic. 9-е место. 10-го места. Да чё у вас всех All-Star, я не понял юмора. Это был роль, это был рофил. Троллинг. Хоть тебя, блин. Ах ты, Костян с каким. Я тебе сейчас буду. Забрал прям передрожит. Я застряла. Уберите Алтая, ему противопоказано побеждать. Я отправил дрона. Сейчас Виджета вернется и... Кто там Алтай сам. Ребят, ребят, Том импостер, бьем его, он, то есть компостер. Компостер. Что случилось? Он в чатике написал, что он компостер. Компотим. Не знаю, мне все очень плохо, я не могу управлять вообще. Компот с Тома, почему бы и нет? Блин. Для Acceleration нам скоро вообще не хватает. А, ребята, это вообще что сейчас было? А, ну и да, конечно, Динса меня опередила. Как? Да. Как ты? Вот сам виноват, как? Ты врезался. Девятое блин. Место, серьезно что ли? Ладно, я второй. Нет. Блин, Жека! А ну, Динса, лови мой дрон мид. Отстань от меня! Это не я, кстати, в тебя стрелял. Нет. Стреляй место! Чё ты грустно? Десятое место хотя бы. А не ДНФ. Блин, Жека, ты просто нос высунул так из корабля и опередил меня. Прям перед финишем. Карьер зон давайте, пожалуйста. Карьер. Карьер. Да какой... Не был, но слышал. Резонал. Главное, не последнюю, она ужасна. Бесполезный апдейт. Я стрим запущу лучше с телефона, потому что я другое смотрю, ничего не слышу. Шинобель. А зачем тебе звук выключить? Типа, не надо.
Мне какой-то чудесный щит выпал. Чит-чит. Давайте уже поскорее. О. Какой рейтинг for players, пожалуйста. Кто там еще? Да, вы там в казино играете? Бурян, Бурян с нами, ребята, ребят. Да, Бурян тут. Короче, тут вопрос. Виджита не выдержал. Ребят, подождите, тут Бурин задает вопрос в чате. Бурин, а когда ты будешь свободен для какого дела? Какой вопрос? Я не услышал. Для какого-то дела тебя Джек Тим зовет нас. А. Да что тут да, за месиво? Что происходит? Вы чё-то толкаетесь? Все нормально. Хочется. Да чё вы меня стреляете? Вы на Утай стреляете, ну. Меня-то пожалеете, я же бедная, несчастная вечно у вас. А ты заплати нам, тогда пожалеем. Я на 10 месте. Впрочем, ничего нового. Я смогу. Я смогу. Ты сможешь весь. Казино 777. Допустим. Нет. Отвали. Я ударился головой. В смысле, я бонус не подобрал. Со своей машинкой от меня. Опа. Любимая бибика, любимый красный цвет. Любимая машинка, машинки лучше нет. Ну а вы чё? Рыбу свою щит поставил. Я чуть-чуть не догоняю Тейлза. Да блин. Визард, ты меня выкинул за арену! Визард, как тебе не стыдно выкидывать людей? Магия! При повороте в воздухе выкинул за арену! Шедок, лови! Господи, что зачем вы поете? Вы можете это объяснить? Сейчас мьют будет и все, больше не возвращаешься. Динс, а ты видел, что с Тоником сейчас было? Ничего, что у вас почти 10 человек здесь как бы. Если хотите, то не буду петь как бы. Вообще звуков лишних не издавайте. Вы замечаете, что я вообще молчу, при том, что я как бы стрим веду? Все сразу успокоились резко. Пока на вас не наорешь, вы ничего не слышите. Поэтому я теперь такая же злая, как Дарк Соник. Буду на всех орать и материться. Не матерись, это маты, это плохо. Я тебя вижу. Так, где ты там? Боря не ответил. Ах, вот так вот значит, да? А ну иди сюда, блин. Да, отвали. Вон и двое, вон Алтай. Что за какого-то Рио играет? А это Виджита, он вылетел опять. Если у него бот играет теперь. Эй, че меня... А в смысле, меня на ровном месте просто развернуло. Все нормально, да, какой-то блин. Рандом лидирует. Мне не жалко. А может быть и жалко. Ну что, пацаны, вам конец. Я иду. А вот Ай, съешь рандома. У меня скорости почему-то очень мало, потому что у меня такой присед. Вообще-то мне Acceleration как бы выбран. Отвали. Не отвалю. Это что за самонаводка, блин? О, меня будут душить. Ребят, вы мне дадите когда-нибудь все-таки не быть на последнем месте, а? Я опять забаговала. Будь на последнем месте. Как тогда, когда ехала. Я на последнем месте, вчера. Ребят. Пожалуйста, пощадите пенсионера. Отстань от меня. Не, ну вы пощадите пенсионера или нет? А. Сорян, не пощадим. Еще уста там у кого-то. Прям куда за мной, чё? А, боже. Это нечестно. Меня выбили, я вообще все отправляюсь, конец. Победа. Давай. Живи, машина. О, второе место. Я на последнем ура. Месте. Мне да, хорошо. Ты не сделал. Пенсионер. Уловите кто-нибудь. Блин. Бурян, ты не пенсионер, тут пишут. А, чё так жестко, а? Хотя бы четвертое место, боже. Угу. Пятое место. Так, кого я обогнала? Визио Змана... Змеймана. Так ты думала. Всё, Жека, ты будешь Змеймана. Океан так океан. Давайте расслабимся. Первая карта. Старый добрый Seaside Hill. Титанец. Sonic Heroes, ура! Ненавижу Sonic Heroes. Да я вот откуда тут Sonic гигантский Heroes? Робот Кракен? Этого я это понимаю. Это Seaside Hill, ну, ой. Стоп. А в смысле я один из первых? Потому что... Будешь огребать. Поехали. У меня коллекция и есть Дженга и Мания. Дженга и Мания. Пропусти.
Я бы тоже хотел дженгу. Да куда все улетают, я не понимаю. Отстаньте. Да что подпихиваете, да зачем? Фарстеры есть. Прикольно. Я одну рыбу и другую рыбу убила. Что происходит? Я не знаю. Там Эггман катается, Метал катается. Что, меня раздавили? Видео лови. Нет. Да. Он такой отчаянный. Ты специально, лучше бы он на того первого. Феникс Райт есть. Я тебя убью. А, Жека. Все. Ловите посылку. Это я, почтальон печки принёс нам посылку. Подожди, если буснуться, то ты... Меня тут таки пербулили. Слышал? Что я пыталась сказать? Буста, если бустанёшься, то ты увернёшься от машинки. Нифига, Костян там попёр. Блин. Что? Откуда вы там взялись впереди? А, нет, я первая. Все нормально. А в смысле Динса первая? В смысле Динса первая? Как? Да, она была десятая. У меня на глазах дорога вниз спускается для машин. А у Динса есть Феникс Райт от меня. Молодец. Это Джек Тим написал. Джек Тим написал. Да, мне Феникс Райт подарил. Хотите стрим по Феникс Райту все? Это не обсуждается. А игра сложная? Ай. Джек Тим, а игра сложная? Я... Типа там думать там надо подолгу или как? Ребят, меня унесло, считайте. Влад. Бедный, соболезненный. Я очень далеко. Со всеми бывает. Я прям офигеть, как далеко ото всех. Игра не сложная, пишет Джек Тим. Джека Тим будем называть. А, меня кто-то обогнал, по-моему, рандом. А загадки в игре есть? А, это самый рандом, походу, ливнул. Ну, как просто бы, если понимаю. Я буду впервые в нее играть, реально впервые, я буду тупить, наверное, если там что-то надо делать. Шикарные бани, блин. Там Джек Тим пишет, там немного подумать. Я вроде... Один плюс один? Не совсем, как бы... Я последний, как всегда. А, не последний. Я не в тройке. Девятое место. Визия! У меня на седьмое, понимаешь, меня просто закинули со всех сторон сзади. Готовься страдать. А, тут Алтай пишет, хватит болтать, я не могу нормально победить. А я-то вообще, блин, на автомате играю, потому что вся моя мысль сосредоточена на бомбеже каком-то непонятном. Когда Динса злится, она выигрывает. Как логично. Это... А, сейчас другое это зона? Нет. Ребят, инвайт будет? А сам не можешь присоединиться через этот, через Steam? Нет. Присоединиться к игре, типа? Нет. Почему? Ну, я сейчас, конечно, попробую. Ну, у нас гонка сейчас. Я сейчас не могу. Я не могу пригласить во время гонки, поэтому... Если он будет приглас, то только после гонки уже. Хочу включиться. Наконец-то. А, тут Just Music опять пишет. Just кто едет первый? Это комп. Какая скорость? Ну, вот что написал, я тоже вижу. Just Me? Тот, кто едет первый, может выбрать самолет или лодки. Он всегда лодки выбирает. Ух ты, ничего себе. Я присоединился. Как меня ударило. Тут Камила пишет. Это что? Ладно. Я буду пока... Нет, это что? Это что такое, блин? Да я в каждые ворота въехал. Их не надо въезжать на воротах. Объезжать надо. Так я застрял между воротами и бордюром. Кого интересуют фигурки по Сонику? Спрашивает Камила. Пытаюсь уже прочитать в четвертый раз. Я бы спросила, какое отношение фигурки по Сонику имеют к стриму сейчас, к игре, в которой мы играем? Я откуда знаю? Ну, человек спросил, я прочитал. Не, меня ничего не интересует. Меня мельч по Сонику, вот эти всякие коллекционки по Сонику, фигурки по Сонику меня не интересуют. Но в детстве я дико мечтала о мягкой игрушке Соника, реально, прям дико мечтала, но ну, интернета же не было, ничего не было. Как бы было неизвестно, где купить. И мама говорила, я была на рынке, типа, а там фигурка Соника продавалась, то все, я хотела ее. Я реально почему-то, я люто мечтала игрушки мягкой. Я помню, в детстве хотел, я был диким фанатом. Можно что-то просто говорить? Да, чё? Вопрос. Кто первый едет? Марол пошёл спать. Нет, нет, вопрос к Динсе. Когда проиграешь в Spark the Electric Jester?
Не когда надо, подарите, Дита. У меня нету. Не надо. Нет, а почему не надо? А теперь вопрос. А то настигнут эти сумочка Любы. Не надо, потому что Сумочкин что-то сказал про Спарка. Вот поэтому не надо. А я хочу, как бы, я поиграю. По-моему, да, мне подарил ее, наверное, Крольчатина. Но я могу ошибаться, блин. Могу ошибнуться, потому что она из них не помнит. Факт есть, у тебя она есть, ее тебе подарили. Ну, у меня есть таблица, и в таблице указано, кто даритель игры. Там все дарители игры указаны в таблице. Таблица в открытом доступе. Mm-hmm. То есть любой из вас может ее открыть и посмотреть, какие игры у меня есть. Но в любом случае, Спарк у тебя есть. Изя! Что? Чтоб ты в яму упал сейчас. Да, блин. Желание исполнить. Он снежком у меня выстрелил. Динс, тут Моролчик пишет. Динса, жду Слива, он у тебя очень позитивный. Да, не то что мои стримы последние, да? Ну, это последние стримы, они тоже позитивные. Например, чтобы Моролчик попал в яму. Динса, давай. Динса, а как тебе идея следующий стрим провести по Spark the Electric Jester? Меня я похвали. Обожаю Улстар здесь вообще. Привет. Пока. Спасибо. То есть, на мое предложение. В смысле? Настолько забагованно. Почему я сейчас в космос улетела? Джек Тим спрашивает, Марола, зачем слив? Хочется Марола, он ему нравится, наверное. А слив для спонсоров сейчас лежит. Поэтому Джек Тим кайфует. Наверное, посмотрел уже. Он единственный спонсор у меня сейчас, и он там, ну, запросто может посмотреть, если захочет. У него есть это древние списки. Спонсорка, самая дешевая, стоит 50 рублей в месяц. И уже спонсоры за 50 рублей могут смотреть видео в раннем доступе, такое, как слив сейчас. Но видео в раннем доступе не очень часто выходит. Ну, у меня нет денег, 50 рублей уже. 550 рублей в месяц. Оно есть у всех, просто не у всех есть желание, но никому не нужно. Но это просто маленький бонус за поддержку. А Джек Тим у меня уже пятый месяц поддерживает. За что ему спасибо он. Спасибо он. Кроме того, он так и не понял, кто впереди ехал. А я на каком месте была вообще? Вопрос, как насчет того, чтобы на следующем стриме пройти и начать проходить Спарк? Давайте сначала Фарсы, потом Дженю, а потом Спарк уже. Когда-нибудь. А может не надо Фарсы? Не, я хочу. Блин, ну я хочу, ну чё вы? Ребята. Я все равно медленный, потому что я Эггман. Логично. Дженька будет, да. Было прохождение Дженьки, когда у меня никого не было. Ребят, вот помните в классике Эггман бегал от Соника? Так что... Да, он быстрее Соника. Ага. И после этого, все считают Соника быстрейшим персонажем в игре. Вы же понимаете, что это просто условность игровая. Ой-ой. Просто игровая условность, что если это... Кто меня дрона послал? Признавайтесь. Да меня тоже кто-то что-то послал. Тут тебя, ну, не знаю, тебя ли. А что бы вы выбрали, Дожик или Биг Бон? Для кого-то это одно и то же. Типа все дожи, все виды лапши это дожки. Да блин. Я, вообще не ем дожки. Я бы выбрал макарошки. А я бы выбрала рисовую лапшу, как бы китайская лапша рисовая. Знаете, что это такое? Ну хоть слышали, да что есть рисовая китайская лапша? Вот да, эту я лапшу слышал. Мне можно. Это такая белая, это рис. Белая лапша рисовая, да. Безвкусная. Ну такая белая, да? Вкус ей только специи придают, сама по себе она практически безвкусная. Смотрите, The Man, товарищ. Ай! Это мой первый кто Шэдоу? Шэдоу это кто-то. Я не знаю. У меня новая ачивка Virtua Tricker. Виртуозный трюкач. Трюкач-саркач. Ой! Я иду. Отвалите. Дайте мне обогнать. Меня поджарило дважды. Виза, я еще иду за тобой. Какая же кайфовая музыка, а? Как там Хэви говорил? Да дайте музыку послушать. I'm coming for you. Да тихо ты. Я даже не знаю, о ком ты и о чем ты. Что? Где поворот? А откуда тут рыба? Лол. Рыбы я не было. Я рыбку. Алтай вообще читер. Он до сих пор не получил от меня заслуженного леща.
Почему я не могу вписаться? Повороты слишком резкие на этой карте. 90 градусов, реально, ни одна машина не вписывается, ни на чем вообще. Даже у меня сейчас Алексей Лешин 5 на единиц. Тебе. Чтобы вы знали. Это дрифт. Дрифт, да. Алтаю, рикошет на дрифте. Страйк сделал. И сам получил нехилую порцию леща. Снежки. А, стоп. А, я забыл, что не Алтай у нас за Team Fortress. Кто это? The Man. Отзовись. Я здесь. Что? All Star бонус. Ну все. Я I'm Dr. Eggman. Тут этот Jack Team пишет. Ладно, всем пока, я делать ролик и спать. Давай. Ну, сначала. У него он больше. У него позднее время, позже, чем у меня, так что спит. Пусть спит. А, тут этот Джаз пишет. Давай поговорим об игре. Или о чем? Хотите вопрос? Обзор? На трансформит и могу сделать обзор не обзор в своем стиле. Давай обзор, не обзор или обзор. Я мимо капсулы с предметом пролетел, хотя я ее коснулся в упор. Это вообще... Кто-нибудь не может объяснить? Это я кривой или это я кривой? Ой, меня все догнали. Идите со своей машинкой от меня. Ребят, в трансформере еще один баг нашелся. Дрон навелся сквозь стены. Да тут багов на самом деле предостаточно. Игра как бы не новая уже. Уже да вы, нет. Блин! Динса, у да тебя отвалите. Что за бред? Время по МСК. Ну там. Да что со мной не так? Это просто тут Джек пишет, у меня на час. У меня на час пиши, чем у Динсы. Да, Динс, у тебя на сколько спешит? Метва! Метва! У меня поздно уже. Ну, меня... блин, да вы плюс... Я на девятом месте. Плюс 4 я в на девятом месте. Джаз, 19... Надеюсь, что я пропустил. Стоп, а в смысле девятое место? Я думал, Джаз, что я хоть визию обгоню. Глуфлендинг, давайте, пожалуйста. Ладно, уговорили. Хотя я бы галактику взяла. Блин, я сейчас буду все препятствия собирать. Джаз Мьюсин, большое тебе спасибо, что написал, почитай твой ник. Джаз Муся, я бы так прочитал. О нет, это же это. Это же Буду это, звать это же все. Я помню про это. Это же та карта, где ты на этой на лодочке в этот. На дорогу провалилась, да? Это одна из моих любимых карт. Вот честно. Это очень классная карта с точки зрения красоты и дизайна, но она жуткая с точки зрения геймплея. Я, кстати, помню, это играл в Transformed в Seaside Hill. Я же решил, как гений, это. Поехать задом наперед. В итоге игра мне отправила в начало на лодке, и я поехал обратно. В итоге она мне вообще на трассу отправила на лодке. Ничего не поняла, ну ладно. Игра, да, возвращает тебя на истинный путь, если ты назад пытаешься ехать. Ну, кстати, я нашел баг, как это дальше ехать на задом наперед. Отвалите со своими выстрелами. Могу рассказать. Ой. Да заманали со своими снежками, смотри. Блин. Сначала едешь вперед. Как только появляется надпись, отпускаешь кнопку назад и нажимаешь вперед. Так это убирается кнопка, и дальше можно ехать назад. Как я. Как у меня перчатка после дрона активировалась? Я же раньше подобрала, нажал. Стоп, автоп. Там два дрона было, держу в курсе. Да, Морочек, да. Посмотри, пока стрим. Я хотя бы третий, а не последний. Ты только что первый был, Олег. Да. Кто тебя обогнал? Можешь предупредить меня, кого мне бояться? Тебя. Я и... первая, а второй кто? А я сейчас второй. Ты сказал, что ты был третий только что. Блин, теперь меня шеду. Меня на пятое место выдвинули, охренели. Да. Спасибо за мой любимый антибонус. Граждане, давай офигели. Немножко лампово пишет Just. А, пишет я застрял. Мусор. Я застрял. Ребят, я застрял. Это я тебя отомстила так. За что не знаю, но просто на всякий случай. Отомстила на всякий случай. Я вас, я вам... Динс, слушай, не за что это всё, но что? Где кнопка покинуть матч и присоединиться?
это в самом начале, чтобы снова победить. Отвалите от меня со своими машинами, пожалуйста. Кажется, можете, пожалуйста, дать мне хоть раз первое место? Мне будет больно. Можете хоть раз дать мне первое место? Я уже сколько играю, до тех пор ни разу нету первого места. Все места последние. Да, блин, старый первый. У них там своя. Как ты этим дроном попал мне? Пощадите меня, пожалуйста. Знаю наугад. А, Динца, тут тебе Трактим пишет. Динца, я тебе скину мою фан-игру, когда она будет на Саге 2020. Я думал, что... 2020. И вообще Sage 2021. 21. На заметку. А в чем прикол писать 2021? Я не понимаю в этом прикола. Почему? Она каждый год идет. Это выставка. Ну, я понимаю, что она каждый год... Ну, типа, год по мне указывает. Она должна называться 2021. Если 2020. Она уже каждый год идет. Ну, читают просто. Кто читал этот комментарий, тот сам так зачитал 2021. Ну, 2021 и написано. Хватит выигрывать. Цифры после тысячи не существуют, что ли? Все это из-за твоего дрона. Держись. Ребят, а дадите мне первое место? Хоть раз, нет. Пожалуйста. Том пришел. Хоть раз за стрим. Все, ну, короче, вот всем даем ему первое место. Сейчас все стоим в начале. Да, а потом все перегоняем его в последнем кругу. Поняли, да? Поняли. Я, ребят, можете делать не такие длинные нитки, которые еле прочитаешь? Пишет человек, да кусонику фу. Да, Соник фьючер. У меня Metal Sonic врезался. На превьюшке. На предпросмотре он врезался и застрял. Вау, это очень забавно.